такая, вот у них, да, они пошли по-другому. У них 771 наблюдатель, потом они пошли. Выборы состоялись, явка, ну, вот сейчас еще до конца не подведены итоги, там осталось, да, по-моему, совсем немножечко, 98,58% сейчас. А уже больше, вот выведем, да, вот уже, ну, в процессе, да, вот и явка 51,68%. Выше, чем в прошлую кампанию. Да, хорошо. Шкаф не выйдет. Спасибо, Элла Александровна. Как уже можно предположить, что проходит не 4, как уже с 90 какого-то там года парламентских партий, а будет 5 парламентских партий. Более того, помимо 5 самовыдвиженцев, еще будут представители 3 партий, да, в личном качестве, то есть победившие на одномандатных округах. В общей сложности в Думе будет представиться даже в таком от 8 партий. То есть я так понимаю, что готовили они многих, они просто их расхватили. Ну, Единая Россия, как вы видите, набрала больше всех голосов, но тем не менее, да, обеспечила конституционное большинство, но тем не менее немного уменьшила свой результат по сравнению с 2016 годом. 519 плюс 28,507. Вот опять вот. Нарушений стало значительно, просто значительно меньше, гораздо меньше, чем когда бы то ни было. Но каждый из них моментально выходит на поверхность, потому что прозрачная система это гарантирует. Ни одно из них не останется без нашей реакции. Пусть это будет ничтожное количество или выйдет еще что-то, но без реакции не останутся. Самая жесткая реакция. Система отработала штатно, мы публично ключ расшифрования, сама процедура.